Речка Анапка возродилась. Летом она была пересохшая. Теперь она снова впадает в Черное море. Неприветливо море 29 сентября. Совершенно нет никакого желания купаться. 4 дня бешеного ветра. И все тепло смело с Анапы. Но вполне возможно, что еще потеплеет. В таком случае, нету желания попробовать, какая вода? Я думаю, она теплее, чем воздух. Но купаться нет желания. Так, конечно. О, собака купается. Ой-ой-ой. А вот собака купается. О, побежала. Какие-то птенцы. Добрые люди устроили кормление чаев. А, ну фотосессию они хотят. Все, осенняя одежда. Ну, правда, когда мы ехали, видели курортников некоторых в шортах. Тряслись от холода. Девочка у вас приодетая. Че, девочка, холодно уже в Анапе? Да? Дед тебя спрашивает, рассказывай. Ну да, холодно, а что? А что, а в Сочи тепло? Да, в Сочи теплее. Завтра поедешь, будешь в теплом Сочи купаться. Вот так, Сана, прическа. Не боится ветра. А где вторая коса? Вы замечаете у меня? Зима. Новую шапку. Ой, зима. Осень.